Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу сказку. Сказку о язычке. Жил да был язычок, а звали его Е. И было у него любимое место на потолочке, где он играл с разными звуками. Т. Д. Л. Н. С. З. Однажды разыгралась буря, и подул сильный ветер. По крышам застучал дождик. Где-то далеко-далеко заухала сова. А неизвестная птица ей отвечала: а, а. На ферме замычала корова. М. Загоготали гуси. Г. И зарычала собака. Р. По тропинке пробежал, пофыркивая, ежик. Ф. В. Два жука очень сердито спорили. Жжж, говорит один жучок. Жжж, отвечает другой. Слушал все это язычок, слушал, лег в постель и уснул. Тихо-тихо дышал. А на утро выглянуло солнышко. Наш язычок проснулся, потянулся и выгнул спинку, как кошка. А вокруг него летали мухи и жужжали. Язычок побежал на речку, набрал в руки камушки и стал кидать в воду. А потом решил искупаться. Но вода была такая холодная, язычок замерз. Выскочил он на берег и побежал домой. Когда прибежал домой, забыл закрыть дверь. И она захлопала. Продрогший, промокший, конечно же, язычок простудился и начал кашлять. К, к, к. А потом еще и чихать. Ч, ч, ч. Лег он в постель, накрылся одеялом, лежит и стонет. Э, э. А потом еще жалобный. Э, э. Пришел к язычку доктор, попросил открыть рот и сказать «а». Горло оказалось таким красным. Доктор покачал головой и удивился. О-о-о! Горлышко болело, и звуки получались очень странные у язычка. Э, и, о, и. Тогда врач дал ему лекарство. А оно оказалось горькое-пригорькое. Попробовал его язычок и сказал «э». Потом он уснул. И к нему во сне пришли гномы. Ай, эй, эл, ау, э, ие, уэ, ой. И стали они так шуметь и кричать, что самый старший гном им сказал «не шуметь». Пусть наш язычок поправляется, чтобы все звуки мог произносить правильно. На этом наша сказка закончилась. Thank you. See you.